Всем привет! Все же оказывается совсем нелегко доносить свои мысли в голове, нормально формируя свою речь. Но мне во всяком случае нелегко. То есть у меня столько мыслей в голове, они все так правильно там лежат, но когда я начинаю говорить, мне, во-первых, слов не хватает, чтобы это правильно все изложить. Во-вторых, я начинаю путаться, у меня все там перемешивается в кучу. Я это видео хочу записать на тему секса. Мое отношение к сексу, как я к нему отношусь, что я об этом думаю, то есть моя позиция на данный момент. Я считаю, что я давно без секса, да, то есть у меня секс был последний раз в летом 2021 года в Таиланде. И все. И как бы больше у меня его не было, то есть я все это время без него. То есть, ну и соответственно, у меня никого не было, и парня у меня нет, и так далее. Вот, а что я думаю по этому поводу сейчас на данный момент? Я считаю, что у девушки не должно быть много партнеров, да. Много, это, наверное, у всех по-разному, но для меня много, например, 10 человек за всю жизнь. Вот, то есть как бы для меня это много, и поэтому я считаю, что девушке не нужно спать с разными парнями, мужчинами и так далее, вот. Чтобы их не было много. Что я еще считаю, да, то есть получается, вот я долго одна, да. Я считаю, да, несмотря на то, что если я чувствую какие-то гормоны, да, кому-то, вот, то есть я считаю, что быстро с человеком спать не нужно, потому что лично вот я, да, не разбираюсь в людях, вот, и, соответственно, я считаю, что не разобравшись в человеке, да, какой это человек, с ним не нужно быстро спать, потому что, ну вот, например, мне, да, кто нужен, если мне нужен человек для жизни, да, для семьи, там, муж, да, там, отец моих детей, если я в нем такого человека не вижу, то мне, соответственно, с ним спать не нужно, вот. Это вот мои мысли на данный момент. То есть, как у меня обычно бывает? Обычно что бывает, то есть, как бы я ходила на свидание, то почему вот я запинаюсь? Я ходила обычно вот на свидание. Не могу сказать, что я часто хожу, но я никому ничего не чувствую, да? То есть я считаю, что, конечно же, ты должна что-то чувствовать, я должна что-то чувствовать, но я понимаю, что не всегда что-то чувствуешь сразу, да, вот, либо же у меня вот было такое, что я наоборот что-то почувствовала, но так как я человека не знаю, я тоже не хочу с ним вступать в какие-то быстрые интимные отношения, вот, поэтому как это сказать опять? Поэтому я считаю, что сначала нужно разобраться в человеке, а потом, если он нравится и подходит, да, то есть нравятся его какие-то взгляды на жизнь, да, его ценности, тогда можно уже вступать с ним уже в другие отношения, интимные отношения. Вот. Тогда в Таиланде, да, вот этот курортный роман у меня, который был в 2021 году летом, я считаю, что секс тогда произошел быстро. Я считаю, ну, так и есть, быстро. Быстро это что значит? Это на вторую-третью встречу. Вот. И
Человека я, конечно, не узнала, но мне понравился. Он мне понравился именно внешностью. Симпатичный, на тот момент казался красивый парень, подкачанная фигура. Да, и плюс я еще тоже опять была очень долго одна. То есть до того парня я, получается, 2 года была одна. 2 года была одна. Встретила вот этого парня случайно. И понравился, гормоны. Соответственно, быстро случился секс, да, вот, курортный роман это когда что-то вот недолгое, быстрое, что-то заканчивающееся, вот, сейчас, получается, я одна, третий год идет, да, и я уже не хочу поддаваться гормонам, как в прошлый раз, то есть я уже сейчас включаю голову. Не только гормоны, но и голову. Я считаю, что в идеале человек должен подходить, ну, если такое бывает, по многим пунктам, да, то есть и внешность должна нравиться, и его взгляд, да, на жизнь, там, то, как он думает, как он говорит, голос, и химия какая-то должна появиться, да, и гормоны вот эти, ну, то есть все должно совпасть, вот, нелегко это, нелегко, не знаю, у кого легко, у меня вообще нелегко. Вот, поэтому, в общем, я считаю, что девушке лучше быть одной, даже если там она долго одна, и даже если хочется секса, просто с кем-то спать не надо. Себя можно удовлетворять собой, самой, пользоваться игрушками, да. Но не нужно вступать в какие-то непонятные, короткие отношения, после которых, наоборот, потом еще долго будет болеть голова. Вот. Я думаю, что, наверное, и отчасти поэтому я сейчас долго одна, да, потому что... И опыт, конечно, был не хороший, ну и плюс я еще как-то до сих пор, ну, не встретила ей человека, который бы мне вот так очень понравился, и все в нем как-то сочеталось. Вот. Ну и как я говорила в предыдущем видео, то, что я не занимаюсь поиском, это означает, что я не хожу и не ищу именно в какие-то места, да, вот. Я думаю, что всему свое время просто. И все. Вот такие мои взгляды. Всем пока.